Никсон, ты со мной сегодня? И сегодня мы находимся в ресторане у морковки, да? Смотрите, у меня целый бутерброд. Ага, вижу. Ну, ты у тебя, конечно, золотой ресторан. Тебе, наверное, каждый день приходит Илон Маск. Окей. Сейчас мы пойдем на второй этаж, ребята. Так, ну тут такое, знаешь, такое. Мне кажется, то, что ты не очень старался. Тут есть диваны, а я очень люблю диваны в ресторанах. Я мечтаю быть на этих. Тем более на вот такие мягких, это так прикольно. Так, все, идем в третий этаж. О, боже, Маркович. Ладно, погнали на четвертый. Тут не очень так и это. Так, все. Ага. Ну, ребят, я понял, Морковка, я иду себе, окей? На базу. Окей. Мой ресторан, он возле... О, боже, у меня в Телеграме еще новое сообщение. У меня он возле магазина. У меня ресторан. О. Опа. Ну-ка, сейчас у меня там клиенты. Ну, у меня такое, знаешь, на первом этаже не очень. Далее идешь на второй этаж. И вот тут вот у меня уже вот так. Иди на второй этаж. Я не могу. Почему ты не можешь? Давай. Так, вот, девочка, давай пойдем. Так, ребята. Мне кажется, я уже закончил с этим. Я вижу из окна, Никит. Чего ты видишь из окна? Давай, заходи на второй этаж. Я не могу. Ну, нету телефона наверх. Ну, вот сюда вот идем, вот сюда. Не знаю, у меня есть, но я не знаю, у тебя какие-то баги. Ладно, выйди, зайди. Хорошо. Тут мне Санта пришел. Санта Клаус? Да. Нифига себе. Это тебе еще, блин, повезло. Да, он мне всегда пришел. Ну, Санта Клаус тебя любит, я помню. Вот денежки берем, а подарки. Где подарки? А ты не знал? Не знал, где тут подарки. А, точно, Дед Мороз дает подарки, точно вспомнил. Он это делает, потому что он ко мне миллион, потому что у меня капли новогодний. Ну да, потому что скоро Новый год будет, нужно уже... уже как, уже считайте, ребята, уже Новый год, уже сейчас. Тут даже есть серебряная кнопка Ютуба. Чего? А ты что, не знаешь? Ну, не знал, конечно, я этого. Да, у меня есть алмазы целые. One placing, one grand serum dome. Ага. Не знал, хочу. Я не знаю, почему, но я купила этот алмаз. Я мог печенька даже этот... А, у меня есть мотки для него денег. А у тебя есть дерево денег? У меня нету. А сколько он стоит денег? Ну,
Ну-ка, 77. Нифига себе, вот это он так много, дорого стоит. У нас все недорогой. Ну, для тебя это, конечно же, недорогой. Маркович, ты чё? Я могу купить просто пятый этаж, но какую-то хрень. Ох, ну какие-то хрень. Вот это. О, колодец. О, блядь. Здесь нет больше денег, это мало. Ну, что? Так. Хорошо, если у меня нет телефона, я по-настоящему ухожу и захожу. Да. Вот, ребята, морковка хочет увидеть мой второй этаж. И понимаете, как мы долго стараемся для видосов, чтобы вас радовать, как и да. Да, морковочка? А, поставьте лайки, подпишитесь на Микс Талант. Да, на мой канал на Микс Талант. Ребята, если вы хотите, я могу кого-то из моих подписчиков на видео забрать. И даже даду вам, знаете что, может быть даже кому-то даду номер телефона морковки. Кто хочет? Морковке постоянно звонит. Кто хочет? Ну почему меня называют? Ну, пусть меня не так называют, но мое самое настоящее имя – это Марк. Да. Но мы его морковкой называем. Это потому что я люблю, когда меня так называют. Маркович, я Маркович, я Маркович. Ну и что ты будешь у нас здесь покупать? А то я хочу для тебя серебряную кнопку. Ну покупай, почему нельзя? Ну забирай у меня деньги, бля. Ну спасибо. У меня там деньги слишком. Зачем мне почти не догодится? Ой, а, 24 левел. Вот такой богатый. Не знаю, почему ты такой богатый. Ну, они могут зайти, я не могу. Что? Вася, что делаете? Нужно... Так, все. Готовы штучку. Для меня? Ой, спасибо, морковка. Ты мне купишь серебряную кнопку, мы YouTube обманем. Получу, когда у меня только 22 подписчика. Морковка, я у тебя заберу, окей, ее? Сейчас к тебе приду, морковка. Да, ну нет. Ой, сейчас будем ее ставить. На каком ты этаже ее поставишь? На первом? Давай где-то, который там нету много вещей, на третьем. Да, давай, давай. Принеси телефон, книга. Сейчас я ставлю. А погоди, а мы реально трейды будем делать, типа, я не буду это. А где я сам не знаю. Ну, скорее всего, мы не можем. Ладно. Ты поставил ее? Не. Не знаю, как ее поставить. Нажимай на декор или что-нибудь. Чтобы сразу кто-то увидел.
кнопочки, ютуберы заработали серебряную кнопку. Ну все, очень давай, все, я у тебя ее заберу, тебе спасибо. А ты мне ее украл, Аня. Это здесь невозможно. Да. Если бы можно было, я бы у тебя ее украл. Ну спасибо тогда, давай я ее украду. Едем, давайте, еду. Давай, все, есть. $43, вот это было. Ладно. Мне, чтобы купить следующий этаж, не знаю сколько, нужно 24 тысячи. Ты мне бы лучше как-то деньги дал. Ладно, сейчас ради подписчиков я пойду еще купить что-то тут на планете. Ребята, ставьте много лайков и короче, если вы поставите много лайков, морковка задонатит, да, морковка? Меня морковка донатит, подписчики хотят. PS3X, вот это да. Сколько ты донатил в суе? Разбеги. Happy birthday. Куплю себе вот такую вот штучку. Мне кажется, будет отлично. Делать бог. Декор. О май гад. И вот поставлю куда-то вот сюда. Ставись! Вон у меня не ставится. Вот сюда вот поставьте. Вы куда там ставите? Я не понял. Боже, мне на второй этаж тоже не работает что-то. О боже, у меня баги. Никит. Что? Я полюбилась, вот тут представить. Ладно. Ребята, вам понравилось. Если вам понравилось это видео, то ставьте много-много лайков. И всем пока. С вами был Никсант и... Морковка! Салям алейкум!